Привет. Продолжаем проходить четвертый God of War. Значит, идем мы к сыновьям Тора забрать у них резец, который потом нам позволит какие-то двери открывать или что-то в этом роде. Но сначала нужно их, естественно, одолеть. Вот примерно тут у нас будет арена, да, насколько я помню? Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Вот и первый. Ну вот ты. Сын. Серьезный дядька. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Нет. Хорошо. У него меч прикольный. Я бы меч у меня забрал. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Будем биться. Эти двое, брат. Не указывай мне, что делать. Неплохо, слушай, они лупят прям. Вообще от души. Давай чуть-чуть похилимся. Не попал. Это противно. А старики об этом ягнёте. Недоросток мой. Ну, в общем, сначала мы все-таки одного, да, вынесем. А там уж так получится. Так, а что с ним делать? Вот пока он там сидит. Один, главное, присел пока на колено и вообще ничего не делает. Ай, плохо дело. Стоит отступить? Не надо отступать, погоди-ка. А ты не хочешь во второго-то пострелять? Ладно, пацан хотя бы его это пробивает сзади. Со щитом что-то как-то мне его пока тяжело. Так, ну и чё, они двое на коленях. Серьезно долбануло. Встань со мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папки. С какой стороны там он будет атаковать? Заткнись, сам ты, выродок! В общем, будем ориентироваться. Будем ориентироваться на чутье. Как ты только еще жив? Нормально. Вроде прокатило. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Пойдет. Блин, дерьмо! Надо повторить его. Это у нас и последующая фаза, да? Прямо во время. Прямо во время отхила получил. Дядьки-то у нас посерьезнее стали. А мне кажется, или... у них здоровье поприбавилось. Понятно. Он еще и на площадь лупит. Ах, не ушел. Ну, они непростые, потому что вдвоем атакуют. Бабочка, не бойся, скорей, стыдно. Заткнись! Перестань, соберись! Вот у этого надо окошки ловить. А это про захват Троя пишут. Я тут практически ни при чем. Пролетело-то как. Эй, Мимир! Не
Мало стреляй, немножко не в попад. Так, одного я вырубил. Блин, а жизни-то? Тихо. Надо полечиться побыстрее. Давай хилок-то чуть-чуть дали. Пацан, ты не в того стреляешь. Вообще не в того. Здорово, Тайсон. Есть еще щенок творит. Вообще не попадает. Он в оглушенного лупит. Все, он очухался. Ладно, будем ловить на атаку. Ай-яй-яй. Так, не вовремя. Слил здоровье чуть-чуть. Лично ему, да. Да, я бы с удовольствием, но я походу сейчас отъеду. Откисну нахрен, как селедка. Все, к этому подаче уже не прилетает. Контролить надо их полностью вообще. Пацан, не того лупишь. О! Все. Он на защите. Обращай на пацана внимание, ну чё ты? Вот туда вставай и смотри на него прям. Ладно, о! Что это за атаки новые? О, я походу откис, да? У меня реально на подаче осталось. Рожу тебе порезала, чтоб похож был? Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Подъемка лучший друг чекиста, да? Идиот! Сыны Тора уничтожат вас! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку. Голова! Ладно, он не попал. Это мой любимый момент, поищи, сурот. Так, напряженный. Напряженный фиг. Бля, ну он. Кто-то за реально было не уйти, он на площади долбанул. Контрольная точка где-то будет. Между фазами, да, наверное? О, как раз. Как раз, где я получаю по щам. Тихо, тихо, спокойненько. Он на площади, да, бьет? Все. Пацан, давай, 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 давай. Оп, 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 оп. И уходим. Не попал. Тихо, там малого бьют. Заткнись, ублюдок! Атрей! Он его скинул, что ли? Все, нормально, пацан выбрался. Так, главное не жадничать. Хилы. Тик, а че я не попал-то? Да, понятно, почему я не попал. А вы задолбали на площадь оба атаковать. Вернее, мало бессмертных. Так, ну надо как-то их агрить, что ли. Уху. Все, валим, валим. Понятно. Да щитом самый такой, челик. Тяжело пробиваемый. Это гаврика можно чисто на окошко ходить. Почара. Кидаются еще друг друга. Валим, 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 валим. А он не очередь щит отбивает. Тихо, ну блядь, ну что ж ты? Так, у него какие-то атаки новые появляются постоянно.
Так, ну все, одного вроде схопытили, да, у меня хп не осталось. Подожди, давай-ка вот так хотя бы немножко. Там осталось-то чуть-чуть. Потому что этот полотник сейчас не встал. Да пацан, ты не туда стреляешь. Так, очевидно и невероятно. Вот он, что-то его. Плохо дело. А чё этот тут встал? Он жил? Да, они друг друга хилят, суки. Понятно. Здорово, Лев. Ну, они хотя бы, если хилят друг друга, они друг у друга и здоровье отнимают. Понял, две полоски надо снять. Бля, ничего, я ломанулся. Да. Пацан, давай-ка соберись. У нас еще, бля, два раунда. Да ёбавать. Только ломится одного атаковать, а второй дамажит, суки. Реально по одному удару им наносить. Ну такое вообще. Заткнись, ублюдок! Башко мне отпрецал. Не объяснительно за 1 на 0,2 заставляет писать. А ты-то тут при чем? Что там, дежурил что ли ночью? Или ты должен был что-то сделать такого козырного, чтобы как-то предостеречь за дебилизм какой-то? Я так понимаю, не писать не прокатит, да? Сейчас сохнет. Сейчас атаковать не дают. Я отъехал. Там переругались, видимо. Так а ты-то тут при чем? Ты на смене был, как бы, но ты же не присутствовал на этой насосной. Зачем тебе писать объяснительно? Это дебилизм какой-то реальный. Понимаешь, если бы это была какая-то твоя вина, я не знаю. А, блядь. Подбегаешь ебашить одного, второй тебя хуярит. Это жесть. Ай, блядь. Вообще-то атаки все на площадь, по-моему. Ай, ебись ты. Мамочка тебя плохо кормила. Такая уродина была, что не давала спать. Заткнись, ублюдок! Атрей! Атрей, заткнись, ублюдок. Просто на один удар подбегаешь к этому упырку, и второй тут же догоняешь. Ну, блядь, как-то надо разделять. Как говорится, разделяй власть. Блядь. Мне вообще лица не дают. Какие-то ссаные мудаки вообще. Ты не угадал, ты нахер. Ну да, реально, не жадничай. Вот от этого удара я вообще не знаю, как отойти. Он тебя просто хватает и с концами. О, пацан ворковка хоть начал делать. На ему тогда по шее топором. Хоть сына не хватал. Перестань, соберись. Так, пацан вообще как-то не отвлекает особо. Да, я не знаю, что это. Как уйти от этой атаки? Ты давай уже садись на колено свое. Так, ну минус один. Вот этого надо домудохать и все. Пацан, ну стрельни ты в него. Что у меня здоровье прибавилось?
Отошел от сына. Пацан, ну чё ты, твои стрелы вообще не дамажат никак, что? Блять. Во время подхила просто взял и сдох в тупую. Причем он даже удара никакого не нанес. Он просто ко мне подбежал, и я от этого умер. Видимо, от страха. В общем-то, какая-то срань. Саня говорит, объяснительные с него машинистки и электрика требуют. Но, по-моему, тут кроме машинистки, как бы никто и не виноват, на самом деле. Машинистка могла просрать вот это дело, когда у нее подшипник загорелся. Причем тут ты и Саня, ну, блин, я не знаю. Саня, в принципе, просто потому, что он как старшой смены. А ты тут при чем? Я вообще не понимаю. Ну, по идее, объяснительно, это же не наказание, не порукание. Как, ну, то есть, просто объясняешь, как было дело. Начальнику было понятно. По идее, так. Но все равно это какая-то хрень. Тебя просто привезли, по факту показали, что поработать надо, и все. Ты тут ни при чем. Просто, ну, как бы, вообще здесь у нас заведено то, что объяснительно это... Ты объясняешь свой косяк. Почему? Не знаю, короче, это все какая-то вообще беспредел и дичь. Если ты ни при чем... Почему ты должен что-то объяснять? Стой! Да, какие-то мудаки непредсказуемые просто. Заткнись, ублюдок! Атрей! Давай, давай. Там, да. А что делать во время этой атаки? Блять, это ты второго вообще в упор не видишь. Блять. Надо повторить им урок. Я так не могу понять. Он то на каждый четвертый мой удар может меня треснуть, то на каждый второй, по-моему, даже на полтора где-то. Я вообще не понимаю. И пацан как мудила валяется постоянно. Блять. Идешь одного. Ты же стоял с сыном, разговаривал моим. Мелкий твой, брат. Не указывай мне, что делать. Я хуй знает, что тут вот как от этого уходить. Так, нормально. Короче, магний самый мудацкий. Блять. Да все, покойный. Кило уже нету? Нету. Заткнись! Перестань! Соберись! Для двоих ботов это слишком маленькая площадка. Понятно? Ну да, я должен был подохнуть. Там говорит, что они доказывали, что схема была собрана. Так и было. Бабич и... О! Вернулись, мол, нет. Схема долго была разобрана. Так она... Так она была собрана или нет, когда ты приехал? Не, вообще, по идее, там, ну, напиши, как ездить. Наругают, накажут, что ли. Если твоей вины нету. Вот в этом плане потом, ну... Премии они вряд ли какой-то лишат. Ну, я имею в виду про машинистку. Они только в этом плане машинистку наругают и все. Ну, какие-нибудь, знаешь, эти распоряжения глупые очередные придумают. А так... Мамочка тебя плохо кормит, а? А, блядь. Что не давала сосать? Заткнись, ублюдок! Отрей!
Тема была собрана, да, говоришь? Зря ты подошел так близко. О нет, он схватил твоего сына! Блядь, ну вообще щенку помочь. Хотя дамажат, блядь, тут же. Последняя фаза, конечно, у этого босса полный пиндык. Брат, это сделать, брат. Она какая-то дикая. Так, ну ладно, один уехал. Пацан, ты давай, давай, отвлекай его. А этот прям на меня стоит, смотрит. Ну пускай его коцак тогда коцает, да и все. Не указывай мне, что делать. Ну-ка, что если... Блять. Пацан пробивает защиту. Ну как-то так даже пойдет. Надо, чтобы он заходил с другой стороны. Так, давай-ка полечимся лучше. У меня один удар опять остался. Хотя потому, как они лупят, это какая-то беспредельщина творится. Лучше не помню, когда у нас... Это противно? Блядь. Вкусный босс вообще. А как-то тебя ж пацан стреляет в спину? Он вообще не открывается, что ли? Ну и чё? Ага, это еще одна фаза будет. Эй, парень! Шикардос! Я тебя убью! Атрей, держи себя! Пацана, пацана провоцирует на атаку. Хреновенько, что мы, я к этим козлам попался, когда у меня совсем нету яры. Как ты? Ты что даже ты? Не представляешь! Смотри, ну щит в очко засунуть. Есть, Дэвус! Башку тебя оторву! Я вот не помню, мы будем с этим братом-то еще драться или нет, или он концами удрал. Болезнь. Лихорадка вернулась. Пацан, кровью кашляет? Это туберкулез, а не лихорадка. Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Жопку ему скипидаром намазал. Нормально. Молодец, пацан. Нормально все. Ну ладно, хотя бы одного завалил. Надо за ним следить. То хорошо. Что это такое? Замерзшее пламя, легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку. Возникает на местах великих битв. Используется для улучшения топора. Во, топорчик. Это легендарный закалённый. Это, по-моему, для лука. Я бы противника еще грохнул, вот честно. Я не помню, будем мы его убивать. Так, давай забиваем кусок резца. И... Блядь, а сколько путей-то он откроет тогда нам? Это двери такие чуть ли не на каждой развилке встречались. Можно типа заново все убегать. Пожалуй, им... Мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались. Кта, что вот за поворотом. Именно. В эту дверь можно... Тут бы, конечно, желательно вообще по всем дверям пройти. Давай мы, в общем, пацана докачаем. Эта ветка все, но тут чуть осталось. Ерунда. Пройди, ведь есть резец. А подожди, ты резец. Остальное просто на запуск топора. А. Яру докачать.
Подожди, вот это что делает? Увеличение максимального количества целей до 5. Пока их не так-то уж и много встречается постоянно, но... Так, тут 2000, 1000 и 1000, а, и 1500. Слушай, а мне, по-моему, хватит вот это вот вообще всю ветку качнуть. Раз. Два. Да, нормально. На чуть-чуть можно забыть об этом. Найдите точку крепления с помощью L, а потом нажмите R2 для удара. Для выхода нажмите. А. О, я помню, кстати, эту идиотскую механику. Тут надо... Что тут? Как жопошник стоять, скрести, короче. Нет, не то. Пацан уже накашливает во все. Вот, тут еще. Зачем это такая интерактивная мини-игра, я это не понимаю. Просто подошел, резанул в любой точке резцом, да и все. Это точно. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, ну да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. А, подожди. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Я как-то же взрывал, да, я, по-моему, эти ящики. Тема с головы улетела, как это делается. Вон там у нас есть. Рума! О. Теперь. Это как-то надо взять, по-моему. А, не, нормально. Как-то ярость стала медленно расти, что ли, или мне кажется. Угу. Постой, стой, стой. Раз. По-моему, если внимательно посмотреть, то можно все три прямо тут найти. Ну или где-то поблизости. Они же не могут быть наверху, правильно? Они где-то рядом будут. Причем вот прямо вот в этом помещении. И залезть никак, да? Ту-ру-ру-ру. Ситуэйшн. А вдруг? Нет. Может, тут в этих шарик? Тоже нет. Блин. Вот давай попробуем повыше куда-нибудь забраться. Вдруг прямо висеть на уступе и стрелять по этой штуке. Да, уже это мало чем помогает. Давай, короче говоря, прыжок на уступ. Смотрим, что открылось. Под каким ракурсом. А топор я, кстати, не могу швырять оттуда. Стой, а вот отсюда. Нет. Придется чесать до самого верха. Давай прыгать, что делать? Может быть, отсюда что-то видно. О, вторую нашел. И... Возможно, отсюда и третью будет видно.
Обычно все три буквы, они находятся в одном и том же помещении. Комнатке. Так, подожди. Торопись. Вы уже добрались до склада Фафнера? Сейчас доберемся. Обычно третью букву самое тяжелое искать. Но может быть просто где угодно, под любым углом. Пацан кашляет во все. Подожди, а так, оп. Значит, скорее всего, под этим ракурсом, наверное, я могу что-то увидеть. Не зря же тут прям площадку целую сделали под это. Давай повнимательней. Вот она. Что замыкают, а? Все, пошли. Забирать пожитки. Ледниковый катализатор. Осколок льда, взятый с одного из ледников Хеля, используется для улучшения оберега бесконечная бурь. У меня вообще такое есть? Если нет, то обязательно найдется. Кстати, рубленого серебра уже полно, я тут заметил. Все, можно идти обратно к кузнецу и чуть-чуть качаться у него. Пик. Там реально как мартышка-орангутанг перемещается. Полступом. Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Вот этот ящик я брал, я помню, ну давай проверим. Да. Как вернуться, блин, молча берешь и возвращаешься. Той же самой дорогой. Возможно, еще некоторые будут пути у нас открыты. Новые. Так, кузнец, ну что, где он? Вот тут. Ищет. Давайте начнем. Так, топор для начала. Улучшение. Левиафан. Плюс 15 уже. Обратно. Ладно, новые способности. Коготь, есть чем качать? Да, нет. Я... Броня пацана. А это? Это моя броня. Ну тут слабые приросты, я не вижу смысла ресурсы тратить. Нет, качаем. То же самое. Если бы нашлось что-нибудь козырное, я бы, может быть, качал. Рукоятка топора. Талисманы. Купить. Это то, что я могу выкупить, то, что я продавал. Продать. Да, вот это вот. Давай продавать. Чик. Чары, ресурсы. Ну, все, по идее. Создать. Вот как так может быть, у меня синяя броня, она лучше, чем фиолетовая. Просто практически по всем параметрам. Да, восстановление чуть побольше. То есть он топнет разок ножкой и чуть-чуть побольше у него здоровья будет, и все. И бесполезняк какой-то. Вот фиолетовая, по-моему, лучше, чем золотая. Кому-то продается, не знаю. Броня малого, давай-ка глянем. Увеличение урона, наносимого последней стрелой при быстрой стрельбе. Я думаю, пока малой тоже без обломок обойдется.
Пока по идее, ладно. Пока кроме боссов никто особо так не вызывает сложности. Так пойдем. Бурики поэкономим. Парень совсем не здоров. Ничего. Согласен. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Так, ну что, куда долбануть-то? Рисон. Нет. Нет, а дырочка. Вот тут. Тоже мимо. Тоже не то. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Я так полагаю, мы скоро сейчас в Хельхейм пойдем. Вот как раз ручка для сундука. По идее, тут все секреты не сложные. Единственное, что ты их можешь не видеть. Ну, тупо решение не замечать. Типа не головоломки, как в Resident Evil. Так. Еще одна штучка. Хотя, по идее, да, бежал просто и не смотрел вообще на потолок. Ну, как-то так вот, да? Ну, мимо, что ли, пролетело? Блин, ну давай прям сопли эти красные сейчас запущу. Прям вот так. А, подожди. Блин, такое ощущение, что она сейчас... Не, прилипнуть должна. Нормально. Ой, а этот камень? Вот я его туда надо. Хотя дальше дверь по прямой. Так, стреляем. Опять какие-нибудь черти выползут 500 уровня? Или мне в дверь? Подожди, давай-ка дверь проверим. Либо дверь сюжетная. Понятно, дверь сюжетная. А погоди ты. Давай что попробуем призвать. Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Пульмиров. Хорошо. Уже две таких. Что? Из 18. Ну. По идее, если они все так будут открываться, то просто каждую проверяешь, либо у тебя мобов пачка вылетит, либо вот эта штука, например. Будем всех смотреть. Можно всех посмотреть? Это чем этот колесо это дергать? Давай мы рядышком. Что-то можно там сделать. Проход. Справлюсь. Она вон там пускай сам чудит. Проходы свои. Есть путь к выходу. А все сюда нельзя. Путь к выходу, да?
предполагаю, колесо будет перемещать вот этот вот подъемник. Ну как? Тележку. Может, мы доберемся туда? Слушай, а пацан, ты не хочешь вон туда перебраться? Мне сдается какой-то секретик там. Услышь. Не хочет. Будь здоров, пойдем. Угу, малой наверху. Телегу я могу зафиксировать. А, ну вот сначала мне сюда скинет. Потом есть цепь. Фиксируем. Тележку. Давай, кидай мне цепь. Потом наверху я топор забираю, и мы едем. Все радуются. Зачем-то я еще там с правой стороны буду скидывать себе короткий путь. Ну ладно. Не суть. Нуля, ты двери-то откроешь, папки? В чем дело? Я бы убежал, просрал бы сундучок. Угу. Идти надо вниз. Давай сначала мы здесь проверим, что это такое, зачем это срезка. Чтобы что? Просто спуститься вниз и по кругу вот бегать в удовольствие. Странно. Ты не ори, ты сначала это. Кинжаль куда-нибудь ткни свой. Тут где-то? Нет. Бля, вот эта механика реально такое время занимает. Вот примерно. Если цепь внизу, то по идее мы тут были. Почти на месте. А, ну я узнаю, мы туда потом. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. По мои ноги. А, я не знаю, по-моему, вот сейчас реально хоть все заново обходи, потому что вот эти вот двери с резцами могут быть просто где угодно. Ну ты реально же все не запомнишь двери, как ни крути. Вот я помню, что одна здесь. Лодки все равно нету. Да иду я, не ори. Просто все вот эти вот локации, которые ты проходил, можно уже идти заново. Ну чё, где? Ты где? Где? Я там что-то вижу. Рица, ты хоть пукни, дорогая, чтоб не дырочку. Вот, где-то тут. Тоже не то. Вот тут? Почти. Ну... Чем заставляет эту херью заниматься? Я считаю, что таким образом они очень сильно темп игры, по-моему, сбивают. Где-то тут? Вот тут вроде.
Причем точки рандомные, надо быстро найти вторую, пока у тебя это не заросла. И все, и она, короче, вообще исчезает. Ну, быстрее, вот тут где-то. Нет. Правее, левее, блядь, да давайте. И все, второй раз она уже не работает. Как говорится, нельзя войти дважды в эту гавань. Тут где-то. Три точки надо зажечь. Быстрей. Вон там. Да чё, где там, блядь? Такая мудацкая механика, вот я серьезно. Это как Валя на Изолейшн резаком двери вырезает. Долго, муторный, ни о чем. Иди ты нахуй, рыжий, ты задолбал. Где-то что-то есть, но вот я и так уже тут вожу. Вожу этим рысцом, а толку-то? Она вот здесь-то колбасит геймпад. Где-то тут, чуть-чуть. Ой, пиздец, у меня первая закрылась. Открылась. Слава богу, а. Пидорас. Пидорасина. Это комната, одна из семи. Это мы, получается, вернулись. Нет, это не вернулись. Это какая-то новая локация. Еще один. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Сюда. Ладно. Тамур, что-то имя такое знакомое. По-моему, он где-то встречался. Тут все такое прямо, ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Не освещает, у нас же фонарик с собой есть. Словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Валькирия? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было. Мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Слушай, ну так вот эти комнаты Валькирии выглядят. Мне память не изменяет. Давай сначала наверх пройдемся. Да, вон там Валькирия тусуется. Сейчас мы будем бить первую. Первую из восьми. Поэтому отхиливаемся максимально. Ага, это кузнецу. Качать мне особо нечего, да и не на что. Клипаться. А, сейчас. Деньгами сыпет. Валькирия в заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Победите Валькирию. Ну, это побочное задание. Короче говоря, Валькирии тут сложнее, чем боссы уже. Ого! Вот ну, это, наверное, простенькое, потому что ты в любом случае типа должен... Должен с ней встретиться. Берегись! А пацан с ней вообще не может. Никак. Да, по-моему?
Все равно достало. Ты, блядь, не ранен. Трума! Я не готов! Вот так-то вообще не ни о чем. Слушай, если нет, то просто выжил еще. Берегись, не замедлился. Вот этим и сложно идти, валькирии. Они постоянно тебя прессуют, наносят много урон, наносят большой. Жесть, короче. Ну, сейчас будем закреплять ее, что делать. Их еще 8, по-моему, 9-я финальная. Что-то такое. И они все разные, по-разному атакуют. Не одинаковые. Крыться не ходить, дамочка. Ну чуть-чуть я что-то напихал. Готово. Да ну куда там, она крыльями закрывается и малой вообще по барабану. Почти готов. Слушай, ну это, по-моему, еще не сложное. Следи за ними! Оно такое. Хера у него удары просто. Бля, ты полечишься, ты дашь, не? Не, придется яру использовать. На хилок мне не добраться. Вот и все. И она... она тебе просто одним ударом сносит половину здоровья. Жесть. То есть сначала ты вот так вот в легкую, ну там мобов потихоньку подрачиваешь. Этих как боссов, ну, не очень сложных, типа имеющих окошки, а потом тебе дают хардкор. Который тебе просто за два удара выносит все здоровье. Вот теперь она точно заметила. Отец, берегись! Я готов! Точка зацепилась все равно. Бля, и звера у нее прилично тоже. Иди за ними! Раз, два, три. Все, больше не жадничай. Три, четыре. Все, уходим. Все равно задевает. Прям через щит лупит. Нет, вроде не ранен. Ой, это я почувствовал. Бля. Брат. Она тебе в обратку просто добивание делает и все. Она атакует прямо через твои атаки. Представляешь, сейчас с валькириями творится на самом... На самой высокой сложности. Трума! Ого! Вот теперь она точно заметила. Впереди, брат! Следи за ними! Я готов! Бля, она одним ударом тебя пробивает просто все. Ой, это я почувствовал. У тебя все в порядке. Да, и здоровье то, что я только что поднял. Его просто сшибает нахер. Я не знаю, может быть. Мне реально квартире и рано.
Отец, берегись! Все, покойник. О, просто отлично! Да, замечательно. Она лупит прям через броню твою. Через блоки, через все вообще. Может, другие стрелы. Ого! Вот теперь она точно заметила. А, пока нет. Она такой только не. Пацаны, меня не интересует. Так. Здоровье у меня ровно столько, чтобы она сделала три удара. Ты замедлился. Да. Брат, вставай, брат. У меня голова впечаталась в текстуры, куда там вставать? Меня просто бетон поглотил. Да, я не знаю, еще пару раз эту валькирию попробую, и просто надо докачаться. Потом идти к ней. Что такое? Я просто босс убиваю с двух ударов, с трех. Там четвертый, он как один, короче. Улетаешь там просто на ее комбо и все. Лети за ними. Вот. От этого удара не уйти. Ой, это я почувствовал. Все. Значит, это все? Не вижу смысла рано мне к ней идти. Третью валькирию вообще, по-моему, проходить надо в самом конце игры. Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Ты такое, правда, тебя, блин. Даже Dark Souls, по-моему, тебе себе такого не позволяет. Драться с боссом на 4 удара. Вот сюда. Мы не можем переместиться. Сюда только. Давай осмотримся. Очень странно, что меня никуда не пускают отсюда. Ну прям здесь эту валькирию поставили. Зачем? Ты по такому этому времени можешь охранять как прокачан, или просто чтобы ты помучился, поподыхал. Ни хилов нету, ни банок с хп, там я не знаю. Ты не можешь никак полечиться, и босс тебя убивает 4 ударов. Причем тут вообще как таковой нету системы от хила. Ну, есть одна там это. Можешь купить одну капсулку, там тебе половину здоровья с ней восстановит. Полезняк какой. Как отсюда выйти, не сражаешься с этой свиньей, я не понимаю. А, давай-ка, цели. Вернитесь к озеру 9. Основная.
Ну вообще, вот я не понимаю этот выпад с валькириями, зачем здесь? Никак, если не уйти не можешь. Ладно, пойдем отсюда, если все закрыто. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Так, полагаю, пока у башки у тебя диалог не закончится, ты все равно будешь бегать кругами. Пройдите в хранилище Тюра. Мы совсем рядом. Нашли алхимика, о котором я говорил? Угу. Эй, говорят, кто-то завалил горлопана магний. Ты случаем ничего в этом не знаешь? Нет, нет, я тут ни при чем. Ну, когда его папаша узнает, тебе будет плохо. А чтобы проходить валькирии, тебе должна быть хорошая защита. Так что следующий заказ от меня в подарок. Правда? Нет. Хорошая защита, это надо просто постепенно, по игре как-то проходить. Рано к валькириям. Потому что они дерутся нечестно. Сокровищница Тюра за магическим замком. Хорошо. Резец. Опять херню этой страдать. Смотрите хранилище. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще это один. Не очень на сокровищницу похоже. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Да, слушай, нам дальше, пока это не работает. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. Только что же не работало. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. Заводи, пацан. А если попадется чаша, а меня не будет рядом? Атрей. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Не гази, малыш. Запах чуешь? Опять кто-то бородатый, наверное, опять нарукал. Да, чую. Пахнет... дождем? Второй брательник, ну, наконец. Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Надо перчаточки электрические носить. Заткнись!
Когда пацан с кинжалом этим бросается, такое ощущение, как будто он что-то сделает. А моей маме? Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца! Хватит! Это так работает? Ой, кажется, я его сломал. Молодец, девятихвостый демон лис просто. Назад! Суд и казнь, рыжика. Нет! Еще увидимся! Пару раз он будет его отпускать просто так. Брат, мальчик! А ты? Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. Он мог бы реально добить эту гниду. Давай, кстати, качнем. Кто-нибудь. Он бы мог добить эту падлу, просто не дать ему уйти, чтобы он просто никогда больше не приходил. Две тысячи. О, чуть-чуть осталось. Кстати, пацан не рабочий, поэтому мы качнуть его не можем. Ну все, только медленно, медленно. Будем двигаться. Колдуньи. Где она вообще? Телотка. В лодку. Дом Фрейи недалеко. Фонарик положил. Вот тут с двух сторон можно ее оплыть. Эту башню. Я постоянно забываю с какой. Вроде так. Да, пещера ведьм. А с другой стороны тогда что? Один тебя ищет. Не помню. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрейи для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смерти. Смятение разума может отражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Ну да, типа, пацан просто считает себя смертным, хотя он бог, и поэтому его так колбасит красным током. Нет. Он нервничает, и поэтому трясет его. Сиротка трясется, трясется. Тут у него в пещере вообще засуха будет. Пацаны, варикоз на морде. Кто-то вызвал змея. Кто не я? Я не дул. Приехали. Жар усилился, его трясет. Он не может бежать. Спешить.
Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Он мешает выбить деревянную дверь. Я все еще богиня, поди прочь. Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Надо не сопротивляться, если истинная природа борется. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Клинки хаоса. Бум. Тогда я вернусь домой. За рогаткой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Пошли, эта давай. Руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили. Я думаю, может быть, пока ничего не качать. Бери ее, возвращайся домой, раскопай свою прошлую, сделай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрейя. Тогда, в прошлый раз я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Окей. Матери? Причем до слова матери? Вернитесь домой на лодке. Мы идем за клинками хаоса. Я вот думаю, может быть, вообще ничего не качать. Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Вообще, все вливать в клинки, может быть. Их же тоже качать надо будет. Клинки это прям классика. Классика жанра. Сейчас будет куча флешбеков, наверное. Что ты лысый пригорюнился, радоваться надо, сейчас топоры дадут твои любимые. Пацана спасем уж. Полагаю, Хельхейм это у нас этот какого ад местный, да? Ну или что-то похоже. Афина. Здрасте. Афина. Все. Прочь из моей головы. И ты пылит прям, и пылит, и пылит. Тебе что надо, баба? Исчезла.
мы дома? Это похоже было. Ну почти. Скорее всего, за этим поворотом. А, я не буду пропускать этот великий момент, когда Кратос получает наконец-то свои ухи. Ушечки твои. Антураж все темное, мрачное. Ребят, ну вообще не до вас. Ага. Я им не могу удары наносить, если только руками. В дом меня не подпустят, я правильно понимаю? А этому почему-то наносится. А вот этого нет. Как-то работает. Ладно, давай тогда Яру. Справа! Блять, еще пришли. Блин, я не знаю, может быть руками их надо. Как оружие это брать? Осторожно, сзади! Так, вот давай не будем возвращать просто топор. Будем их так, руками бить. Левый фланг! Да погоди ты. Ну, Кратос тут на всех обиделся. Враг слева! Да ничего страшного. Сзади! Все, это последний? Нет, еще двое. Дали бы клинки забрать, я бы это показал им. Пусть кину мать. Хотя, наверное, и клинки Халса-то тоже не везде пойдут. Ну, не против каждых врагов. Будем миксовать, значит, оружие. Ну, в принципе, топор, что, топор почти полностью прокачан. Там буквально пару ударов. Ну, в смысле, точнее, один. Один навык не докачан. Клад. Наркотики, бриллианты. Наркотики сейчас такие дорогие. Такое оружие и так на видном месте просто лежало, он его не прятал. Я думал, что они немножко подлиннее. Ну реально, как два меча, а тут какие-то кинжалы просто. Надо две катаны вообще. Нигде ты не спрячешься, спартанец.
Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. Ты навсегда останешься чудовищем. Знаю. Но я больше не твое чудовище. Ты мне больно, не подлога. Так, давайте, наверное, перекур, да, и будем мы сейчас это как его напихивать всем этим врагам. Если что поставить, тоже нет, да? Вот это что такое? Деревянные рукояти клинков. Простые деревянные рукояти для клинков. О, это. Вот, есть как раз 2900, чтобы плохо как-нибудь очнуть у нас. Так, это что, R1 во время прицеливания, чтобы пронзить врага и подтянуть его к Кратосу. Хорошо. Быстро наносите удары, не получая урона, чтобы усилить все атаки. Это вот, подожди, ближний бой. Тоже неплохо, кстати. Я 2900. Давай мы вот это дело купим. Подбрасывание пригодится тоже. Чуть-чуть совсем не хватило. Щенки не хватило, но вот это вот. Ладно, ничего. Ну глянем, на что годны эти клинки. Слева! Тут те же, в принципе, самые атаки, что у нас были и в первых трех частях. I'm monster. Только а со щитом как это действует? Нет, никак. Либо ты защищаешься. Вот. Кстати, возможно, клинки Хаоса будут чуть поэффективнее на Валькирии. Вот прокачанные клинки. Ну и, соответственно, защита мне, конечно, не повредит. Эти клинки весьма пригодятся в Хельхейме. Я, да, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Мне прямой наводкой вот сюда. Ладно, давайте сейчас мы перерывчик сделаем и пойдем вот в Хельхейм еще куда-нибудь. Обязательно. О, ничего себе, у меня тут прокачки добавили. Ну, сейчас, подожди-ка я. А все равно качать не. Это мы потом, на потом оставим. Все остальное. Все, давай, перерыв, я подойду. We'll be right back.
И мы поехали дальше. Хельхейм. Жди нас. И сюда. Я, говорит, дверь видел. А, вот тут дверь теперь. Я думал, та деревянная. Ну ладно, пошли. Нам туда вообще? Ну, пошли. Не знаешь, куда идти? Иди в центр. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? Нет. Yeah. По части хранения секретов мне нет равных. Башка же мегаумная. Кстати, он чё... я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Вот, о чем тогда меня спрашивают, если он все слышал и видел. Ну, по крайней мере, затылком что-то. Быстрее это закончить. Подгрузочки ваши. Так, переместитесь в Хельхейм. Эй, от тебя воняет странной магией. 14. Ты не нюхай. А это еще что? Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Нет. А, фамильные. Не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. На шашлык пустили. Что случилось? Асы? Нет. Это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам. Да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Пошли. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Тогда выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Апгрейды будут? Я за тобой пригляжу. А, броня нагрудная, допустим. Ну, вообще, как обычно, это вот все. Бесполезное. Все на минус. Улучшить клинки хаос. Надо пламя хаоса. Где его взять? Ну такое. Подожди. Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего, жив здоров. Лучше. Если только из этого, из Левиафана вытаскивать. Какой-то камень, да? По-моему, камни-то нельзя вставлять. Ладно, короче, не суть. Немного странная прокачка, конечно, всего. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Окей. Ран, кстати, его получил, эту руну. Я не заметил. Вот, нам сюда. Переход. Выбор
и правда туда идем. Пойдем. Где у нас проход-то? Это вот тут. Где можно идти? Найдите хранителя моста. Эй. То есть по тем корням нельзя было бегать, только по этим. Радос как привидение подвякивает своими цепями. Полтергейст лысый. Если что, я прикрою. Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может принести стужу Хельхейм. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Ну, с нами хотя бы нету рыжего этого балбеса, который постоянно болтает и задает кучу лишних вопросов. Я что-то такое припоминаю, то что это длинная локация. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. Мосты, кстати, одинаковые. Я-то надеялся, вот больше никак. Вот там в Хельхейме мне дадут вот возможность такие шарики открывать. Теперь чуть-чуть поближе это похоже, не слышу. Все, кончились. Бестия я обновлял. Все, в принципе. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Вот такие, да, синие. Теперь мы можем кусты сжигать, по-моему. Блин, так и таких кустов тоже вижу полно. Портанский натиск, слабая руническая атака, атака с рывком вперед, в ходе которой герой наносит врагам удар огненным щитом с небольшим уроном от огня. Как это работает? Ага, вот такое, конечно. Но есть оглушение. Дороговато это обошлось. Все, поставили. Второй нету. Навыки. Вот это вот мы просто посмотрим, чтобы не горело потом. Да и все, в принципе. Одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. Что это за убийцы такие? Они взрываются, что ли? Я... Оп, добивание. Вот поближе эту сволочь рассмотреть.
Это был пацан, конечно, пригодился. Неплохо, отвали от меня. С пацана теперь непривычно играть. Но обычно таких гавриков не подлете как-то рубил. Чего пойдет? Пусть отдыхает. Надо как-то туда подняться. Бля, вот он, а нет, это не по мою душу идут. Против меня только синий. Давай-ка мы, наверное, всех разобьем на всякий случай. Здесь должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит, Хель и впрямь переполнился. Без валькирии некому судить и отбирать мертвых, и все попадают сюда. Ну, опять какой-то треп про валькирий. Ну их пока не убить. Ладно, дальше пошли. Ну я говорю то, что вот здесь прям вот эти шарики дадут возможно взрывать. Здесь я ничего не пропущу. Хотя тут, наверное, все-таки скорее надо просто прочесывать все локации. Дадут тебе возможность какую-нибудь и заново беги и все осматривай. О, ХП, да, было? Ниже можно как-то спать? Нет. Блин, везде эти шарики. Чё они делают? Заперто. Вообще, в упор не помню. Что теперь? В обход пойдем. Надеюсь, никто меня там за ухо не грызает. Моб прошел. Второй ходит со щитом уже. Так, мы срезочку откроем. Нет, это не срезка, это сундук. Здорово, мужики. Понятно. Как мне их без пацана разматывать? Может, топором? Каким-то суперударом там получилось. Как бы у них щит-то этот выбить? Хотя он тоже замороженный, я не знаю, я, наверное, топором ему урон не нанесу. Никакого урона. Берегись сзади! Подожди, их что надо? Надо ловить вовремя, что ли? Что происходит? Я ничего не вижу. Слепуху кинули. Ну-ка, вот этот товарищ. Ладно, он сам там умер. Как обратно вам топоры переучиться? Ага. Все, я понял. Причем, если я правильно понял, топором ты можешь... только снести у них щит, а все остальное надо сшибать мечами. Но это не точно. Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро?
Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Разные чистовые пояса, что тут запутанного. А, быстро схватываешь. Вот там что-то. Ну, я не знаю, как туда добраться. Вот поджечь предметы сверху, прицелитесь, удерживая L2. Хорошо. Все, закончились? Все, давай дальше там открывать. Вот эту вот штуку то нужно отковырять для начала. Ну, в принципе, почище топора, по-моему, эти штуки кидает. Ну, блин, кисло. Что надо? Где? А, она упала. Я еще там сундук видел наверху. Застрял. О, кусочек яры, сейчас подберем. Подожди. Яра, это дело хорошее. Надо вот сюда. Сейчас сундук мой. Да. Это 51 тысяча золота этого. Руды какой-то там. Ну нормально. Можно типа в себе ни в чем не отказывать. Сюжет тут. Это. Здорово, мужик. Кто такой? Ой, это я почувствовал. Я тем более. Да, главное также не жадничать. По чуть-чуть у него снимают. Блин, там сзади еще кто-то. Да, не просто сэр, ты куда пошел? Блин, доцепись от меня. Пиздец, а что за дичь вообще? Вот это как, он просто тебя рубит, от него не отойти. Такие уроды вообще. Давай, лысый. Я на какой-то комбо наткнулся, то что он просто его бьет и все, и мне ничего не сделать. Вальхалла, она в Хиле. О, нет. Вальхалла — часть Асгарда. Туда отправляются лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников. Да, но и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть — это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. То есть Кратос... Сколько пацанам, где-то примерно лет 12, да? Кратос столько лет прожил и не знал вот эти вот все приблуды, законы и так далее. Типа, где у них там сколько нельзя стареть и так далее. Ну, что такое? Он типа не интересовался, ему было все равно. Так, вот с этим никак. Там можно выбраться наверх, если достанем. Туда бы, по прямой.
Это надо сломать. Все, теперь туда, там теперь можно пройти. Прыгает это, блин. Там расстояния это нет, вот надо обязательно подойти и слезть. Не знаю, до этого, по-моему, он скакал как Халк, я не знаю, можно было через эти... По галактикам прыгать, по-моему. Хранитель моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Вот сундук я, наверное, наверху видел. Не знаю, пока его не достать. Может быть, я типа подбил. Не-не-не, тут просто нычка была. Броши. Дойти. Угу. Тут нужна красная взрывчатка. А кто ее туда под этот подожгет? Получается, клинки. Я тут бегаю, не вижу, подойти. Бандиты там крадут. А? Это не наши. Так. Ну, наверное, наверх это по сюжету. Вот сюда просто за сундуком. Нет, теперь не поджигается. Пацана нету, потому что. Да. Бесполезняк. Был бы пацан, он стрельнул, а так не вариант. Ну ладно. Легкий намек от разработчиков, то, что ты должен каждую локацию просто проходить по два раза. А вот и два раза минимум. Который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Вот, сейчас мы эту штуку у него отберем. Да, ворона какая сидит. Ладно, мы сейчас эту штуку у него отберем. И все. Будет у нас способность вот эти вот шарики открывать. Типа он тоже дядька непростой. Потому что телепорты работают, да, у него? Сейчас, а? Топор ни о чем. Бам-бам-бам. Так, по чуть-чуть. По чуть-чуть будем сносить. О, попал. Давай, в сторону. Короче, учим атаки. Где он? Где он? Забыл про третий удар. Ты
Ну вот это раз. Не справишься? А куда я делать? Придется. А то хпшки наберу. Я даже ударю пару раз успею. Замечательно. Слушай, жизни тут много валяется, походу. Оглушил чуть-чуть. Ё-мать. Давай, это просто. Что мы думаем? Надо вот этого Матуг эльфа намочить. Ай, блядь. Петушара, а? А подойти к нему что, сзади никак? Ладно. Что происходит? Бля, ну как обычно, он мелочь позвал. Пиздюки. Обычно у меня яра еще, кстати, по минимуму вообще. Эй! Этого хотя бы таких здоровенных малой отвлекал. Сейчас будем закреплять. Ёпа-мать. Брат, держись! Да, пиздец. Эти прыгают, этот мочит тебя этими своими хреновинами. Вообще не дает подойти. Ну да. О, просто отлично! Все, хп в округе собрал, еще и получается. Я у нее только четвертушечку снял. У нее же потом еще вторая фаза пойдет. Перекур был недавно. А, мне засчитали нанесенный урон. Так. Ты что, вы типа с работы приехал? Правый план! Сейчас я уже половинку-то подсыпаю по-любому. Слушай, у меня там получилось вернуться от этого удара. Давай-ка мы возьмем. Блять. Еще шарики от него летят всякие. Эй. Вот пока идешь еще. Да, вообще. Я под замес попал. Блять. Я шар прям в ебасос прилетел. Я только на атаку бежал. И тут вот тенати. Блять. Три фара.
стенка. Еще и два мудака бежит на тебя. Отвали ты нахер. Плохо выглядишь. Вообще нихуя не успеваешь сделать с ним. Постоянно какой-то прессинг. Да я за хилами бежал. Оп, немножко моя. А, блядь, дайте хоть подойти куда-нибудь. Кстати, я заметил то, что у нас, да, вот с этих вот с маленьких тучат немножко хп летит. Давай-ка мы их обойдем. Полупим этого Моргенштерна. Оу, прямо в розу. Я так и знал, что он где-то сзади. Бесят мобы. Боссы, точнее, которые телепортируются. Было бы чем. Кстати, есть что-то такое. Вот такое вот. Блять. Тоже на Сару влетаешь. Хули это исцеление? Как оно работает, если ты... Брат. Я нажал, я подбивал к этой хилке и нажал на кнопку взять, подобрать. Он стоит на нее, тупит. И этот клоун, который телепортится, сразу же дал мне в затылок. Да, нахер, пошли. Ну, если хочешь, возьми. И потом не бегать. По пабам всяким ирландским. Задолбал порталас. Где он? Ты от того к нему подбегаешь, он исчезает. Да, все верно. Кстати, забить кола есть. Можно не брать. Так, осталось по пару ударов ему. Бля, я лучше покинусь. Заново не надохать. Понятно. Сейчас он подрищится этими ударами. Все? Нет. Раз, два, три. Подожди, он же в этом, в этой позиции замирал вроде, не? Ну ладно. В общем, с горем пополам прошел этого урода. Знаю, есть ли смысл покупать теперь броню. Придется тебе замарать руки. Это я начинаю просто огребать постоянно. Может быть, прокачки брони не хватает уже. Убивай уже этого урода.
Пойдем, пацана, лечить. Кровавенько. Не, дождиком смоет лысины кровь. Оф. А че не показали, как он там раздирает, выдирает все? А? А? Цензура? Но ворон там прикольный, вот далеко сидит. Замечательно нарисован. Я бы с ним подрался. Хоть бы фразочку какую-нибудь. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Крас. Зевс? Зевс. Зевс? Здорово. Мой Рина, отец, ты как твой тут? Отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? А чё это? Ну, может, хочу. Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Сейчас мы сможем клинки качнуть. Во-первых. Что с него больше ничего вообще не упало? Какой-то пустой. Так, 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 качнуться бы. Точнее, не качнуться, а отхилиться. Не знаю, я, наверное, попробую все-таки какую-нибудь броню золотую купить и попробовать ее прокачать, ну потому что что-то как-то вот вообще урон вливает на раз-два в меня. Надо еще посмотреть, что там по ресурсам, как прокачка обойдется, сколько помогу ли я весь комплект. Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее, давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. А в Кодине это нельзя было сделать? Там есть прям документы тут? В Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Может, это короче, липовые. Принцессе в волшебный огонек и бросай их. Так, прицеливаемся. Ветра Хеля. Ветра Хеля очень нестабильны. Их можно удерживать только 10 секунд, после чего они возвращаются в последнюю ветроловку. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Он в тот маленький шарик, который висит в середине двери. Видал? Теперь можешь поглощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю. У вас с тобой все яйца. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. А что делать-то с ним? Ну вот этот шарик открылся, а дальше что? Вот я его закрыл. И время бежит. Вообще не помню, что с этими шариками делать. Но выйти отсюда никак. Пишет, что закрыто. Так, у тебя, короче говоря, получается на клинках намотаны эти ветра, да.
Кажется, просто надо было к этой двери подойти. То есть ты берешь из шарика, выдираешь этот ветер, он у тебя обматывается вокруг клинков, и потом ты можешь его как-то юзать. Ну, на такой же шарик бы. Вот и вся любовь. Но я, кстати, тут внизу был. Я узнаю этот мост. А ну что теперь надо? Так, явно не вариант. Так, он горит постоянно, да? Мы его, если здесь открываем, то тут и дергаем. Да, немного странная механика, конечно. О! Это прикольно. Чё, кого, где он? Он же вроде ближе ко мне шел. Ладно, как хотите. Короче, эти шарики будут помогать мне просто перемещаться. С одной точки в другую. Как это достать? Вот, 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 тихо. Эк, у меня есть 10 секунд, чтобы вот этот, вот в этот вот как-то шарик попасть. Блин, а я его не вижу. Только что же он тут был. А, по-моему, в обход надо делать. Так, ну давай тогда вот мы сюда пойдем. Ой, ярость пригодится. Здесь. Могу ли я ветрами Хеля? Вряд ли он, наверное, не успеет просто добежать. Ветрами Хеля можно ли взрывать вот эти вот красные штучки? 7, 6, быстрее. 5, 4. Нет, это не так работает. Блин, а в чем же это тогда взрывать? Либо сюда с малым надо идти. У него что, по идее, только такие стрелы, других нету. Враг справа! Берегись сзади! Теперь, кстати, надо почаще юзать уклонение. Так, вот тут точно у нас сейчас откроется сундук этот. Злосчастный. Есть еще один проход. Угу, это он просто, наверное, прыгнет. Хорошо, я понял, давай тогда вот сюда пробежимся поверху. Они прям дразнят вот этими красными сферами, которые никак не разбить. Оставляет вернуться. Надо прям на шар смотреть. Ну, все правильно, она закроется. Закрытую дверь через верх получается, да, надо бежать. Подожди.
Подожди, что-то я не могу понять, в каком положении надо я. Могу ли я с моста прыгнуть? Нет. Здесь тоже, да, не вариант. Ой, вот-вот-вот. Дотянет. Давай, 10 секунд. Побольше бы время, хотя бы, не знаю, секунд бы 20. Потупить, побегать. Прости, брат, но у меня из головы не идут. А что не поверху? Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Зевс, говорит, твой отец? Ну что, что он немножко подох? Как-то одновременно сделать. Обманщики херово. Мы прям идем к началу уровня. Если типа ты на этом левеле хочешь все собрать, тогда, короче говоря, возвращайся сюда с пацаном и еще раз его проходи. Для закрепления. Я там был. Так, а мы с воротины вот с этой дотащим, ну, вот сюда, допустим. Куда? Это первый. Второй дальше по прямой, да? Потом, по-моему, мы в статуи должны будем их запихивать. Дела вот эти. Ветряны. Так, всматриваемся. Вот, это, по-моему, жесткий челик, да? Здорово, мэн. Но они медлительные. В этом плане у меня тонкие хаосы побыстрее будут наносить ему урон. Бам-бам-бам-бам. Все, и валим. Я вообще его так и не помню. Вот клинки хаоса всегда действовали на расстоянии, поэтому топор был хуже. Да что ты покойник, что ты мне? Дергается он. Так, что это такое? Смертоносные боевые эффесы. Редкий предмет рукояти для клинков. Низкий шанс получить дар силы и убийстве врага. Вот сюда мы можем это запихнуть? Нет. Вот, кстати, это уже гораздо лучше. Что тут сравнивать? Там очевидно то, что рукоятка лучше. А теперь мы отсюда тащим куда? По прямой, да? Блин, я помню, что вниз как-то где-то можно было спуститься. А выше ты. Выше. Неплохой удар. Добиваем.
шорох там где-то его урода напинал. Так, а там та штука была, по-моему, прям в самом начале, по-моему, уровня. Значит, тащим, тащим по прямой. Но потом эти статуи будут все дальше и дальше стоять, чтобы ты этот сундук еще попарился вытаскивать. Попарился, замучился. Так, отсюда. Не знаю, пока не видно. Здорово тебя. Давай, да, вот по прямой. Что там у вас эти товарищи-то ничего не писали? Больше. Эти. По поводу меня. Эй, быстрее, лысый. 3 секунды. Нормально. Так, Ильхейм-то мы, в принципе, прошли. Теперь надо... Где у нас? Тут, да, по-моему? Нет, значит, не здесь, значит, подальше. Ждем, хорошо. У меня вот тоже тишина пока на работе. Ну, в смысле, ничего никто не говорит. Полторы секунды, да ну вы что прикалываетесь? За 10 секунд, а куда тащить? Кстати, не думал, что у скандинавов ад ассоциируется со льдом. Я думал, у них, как и во всех других, в принципе, мифологиях. Хотя нет, не во всех. Далеко не во всех ад ассоциируется с огнем. Блин, а куда ее тащить-то? Я просто не успею так быстро. Вот отсюда. Подъем. Второй. Вот это падла, где заныкана. На спине вот этого челика. Давай. 9, 8, 7, 6, 5. Быстрей. 2. Успел. Дальше. Еще одну нычку надо искать. Вот она. А вот сколько раз эти вороны попадались. Вот теперь можно и ворон этих рубить. Там по-моему штуки 4 где-то мне таких ворон встречалось. Реально можно просто заново игру оббегать. Давай, лысый. Три секунды, нормально. Где эта хрень-то с сундуком? Вот она там внизу. Вот этого первого. А то он жесткий будет. Кто, где кто? А, вот он. Мимо. Попал. Вот она где находится. Нашлась. Нормально, вполне. За 10 секунд я успею.
Что-то захотелось пересмотреть фильм с этим, с Марком Дакаскасом, Драйв называется. Классика жанра. Угу. Надо где-то здесь шарик искать. Я тупо за 10 секунд не успею, по-моему. Вот он. Теперь отсюда надо короткий путь. А не, нормально. Думаю, протяну. Давай, лысый. Давай, лысый. 3, 2, 1. Нормально, успел. Ту-ру-ру-рум. И все, да? Причем сразу же вниз надо прыгать на ступеньки. Главное зубы себе не повыбивать греческие. Не сломать себе греческий нос. Так долго пер этот шарик, чтобы что мне дали? Мерч хаоса. Слабая руническая атака. Круговая атака, освобождающая пространство вокруг героя. Наконец-то вертушку в мне впихнули. Танский натиск. Блин, ну он... Так-то натиск фактически лучше. Сейчас одно оглушение у меня будет. А тут уже, блин, по факту прокачано. А ну, как он действует? Она бьет по толпе и просто ее раскидывает в стороны, как бы. А вот смерч хаоса, он как раз по кругу всех зацепляет. Выгодней. А, мы его ставим, короче говоря. Дороговатое, кстати, удовольствие. Дорого руны качать. Что делать? Давай лучше. Надеюсь, что дадут. Ну вот о чем я не говорил. Сколько они сейчас сколько сейчас ударов они получили просто. Берегись сзади! Вот перезарядка долгая. Я совсем забыл, что эта штука еще перезарядку имеет. Оно такое. Ну, он сразу несколько ударов наносит, причем довольно-таки серьезных, надо урон тогда прокачать для этой штуковины, и потом она будет выносить неплохо. Оно такое вот. Сумел. Ну, поторопись к сыну. Передавай недомерку привет, как поправить. Так, рукояти для клинков. Улучшение клинков хаоса, это по-любому давай улучшить хаоса. Руны плюс 5. Да вы прикалываетесь. И все. Я думал, сейчас силы мне хотя бы трешечку накинут. Танки хаос. Успешное улучшение. На закладке навыки доступны новые способности. Это мы потом туда... Рукоять для клинков. Низкий шанс получить удар силы при убийстве. Но это низкий шанс. Я пока, короче, не буду тратить. Создать рукояти.
Что можно создать? Какой-то бесполезняк. Тебе дают один эффект плюсом. Ну, одно из защиты, допустим, плюс 8 и 3 минуса. Ну, нахрена такое нам? Ладно, это бесполезное тоже. Дымящийся уголек. Вызов яростного вихря Муспельхейма. Благодаря ему атаки Кратоса не могут быть прерваны. Получаемый им урон уменьшается. А всем соседним врагам наносится обычный урон и урон от огня. Прям эта штука прикольная, но нужно где-то какие-то дымящиеся угольки найти. И без понятия, где их искать. Так. Я золотые даже не могу создавать. Ну, как бы, хватит того. Я только фиолетовый могу взять, это пососный, короче. С одним этим гнездом для ча. Нет. Пока с защитой будет, походу, жесткая проблема. Это то, что я ему продавал. Не смотри драйв, испортишь впечатление. Это Гайвера пересмотрел. Да, кстати, не только Гайвера. Даже я бы сказал, некоторые мультики уже, знаешь, которые в детстве были очень крутыми, уже смотришь, ну такое. Я тут пересмотрел, кстати, этот какого. Пересмотрел «Обитель зла» первую, еще Пола Андерсона. Ой, год-то первый, что ли. Раньше она тоже как-то ощущалась гораздо лучше. Сейчас смотришь, но не знаю. Такое вообще. Спора в Мидгард. Ближний бой. Это тоже что-то, кстати, похожее на вихрь. Бедничок. Ну, в принципе, мы можем купить тоби. Увеличение объема жара, получаемого при каждом успешном ударе клинками. Давай, пожалуй, мы вот это качнем. Я думаю, пригодится. Тоже недавно. А я еще этот как он. Еще я посмотрел новый «Обитель зла», который Raccoon City. И еще пытался посмотреть сериал, который вот вообще недавно вышел, на днях буквально. Не знаю даже сколько серий. В общем, на сериал меня хватило, по-моему, на минут на 30. Выключил, чуть не блеванул. У нас вообще бред. А вот этот Raccoon City, по мне так просто, ну, если ты играл в игры ремастеры первого, второго и третьего, даже первого и второго Resident Evil, тогда ты узнаешь по сценам, типа будешь сидеть такой, увидел эту фишку в игре. Вот, а так в целом фильм как-то подается рвано. Такое ощущение, что ты просто смотришь набор трейлеров. Ибо одна сцена от другой особо не зависит. Если их поменять местами, то разница, в принципе, мало какая будет. Причем такая долгая развязка вообще. Там, в принципе, все как-то скомкано в конце, но долгая развязка в начале. Такое ощущение, что фильм пронепланировали чуть ли не на 4 часа. И не на все 5, как бы, а потом как-то вжух-вжух, и потом забрался к ним этот, как его, монтажер, и все испортил. Так, цели. Вот, сделайте, как просит Фрея, спасибо, мальчик. Я забыл, где эта баба сидит. Хеми? Нет.
что, семеры закрыты, что ли? А, мне надо в Мидгард в любом случае. Твой отец Зевс. Понятно. Теперь-то ясно. Бля, башка теперь каждые 20 минут будет. Призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты не он и так ущербный, потому что он рыжий. И, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Ты что, конечно. Не ясно. Он это чует. И не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Точно, я забыл то, что мы с этого клоуна сердце выковырили, теперь пойдем тоска лечить твое. Тянулечка сраная. Про короткий путь меж мирами? Так вот, я его улучшил. А, это хорошо. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль. Дядька самый харизматичный в игре, наверное. У него там и фразочки прикольные прописаны. Ну-ка, да, посмотрим, как быстро мы до туда дойдем. 300 метров. Там, конечно, могут быть на свадьбе, но я в тебя верю. Иди, брат. Либо вот так можно. А вот так ближе будет. Да, все-таки давай. Ого, вот как надо срезать путь. Не, ну и что, если игра предлагает, почему бы не воспользоваться? Да, ну, там по дороге ничего интересного нет. Тут надо конкретно вспоминать, где у тебя были какие сундуки, какие-то секреты, которые ты видел, но не мог пройти. Потому что у тебя того или иного не хватало. А это сейчас. Просто это было, не знаю, давненько, и поэтому желательно все обходить. Все по еще один раз. Какие способности все уже дали, которые возможно. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Погоди, спеши. Я вот вижу один шарик. И второй. Может быть, потом мы его вытащим. Вместе с пацаном. Скорее всего. Сердце. Ты принес? Да. По идее, я только что был в Хельхейме. Сейчас она пацана поднимет. И мне, по идее, можно уже и обратно, как бы. И ту же самую локацию проходить, потому что там в трех. Или в двух местах, по-моему, в трех местах. Там есть стеночки с сундуками, которые откроет только пацан. Ну и чё, не знаю. Здоров, Арисака. Не вижу смысла возвращаться. Она варикоз на роже. Все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Когда его вылечите, а потом будете ему басни травить. Так просто. Приподнимешь его? Надо поставить клизм.
Чё, я чё, зря я сердце пёр? Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали... Рекорд на роже — это не болезнь. А по-моему, болезнь. Младенец патология. Был таким маленьким и беззащитным. Не смотрел. Я поняла, что пойду. Варикоз лечат его. Просто иголкой чик. Какое-то лекарство вводит, я вот прям на глазах расходится. Я, конечно, он просто перезабудился. Может быть. Мои желания. И напрягся просто, пацан. И страхи. Ну, надо думать, гормоны играет, он молодой. Меня важнее. У меня только сика начала стоять. Он озлобился, а я слишком... Передергался, сахара переел. Вот его и выщелкнуло. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжела. Но с детьми вообще всегда непросто. Вот из камня сделано. Глаза, потому что чересчур какие-то... Яркие. Это проклятие. Ну и мимика. Вообще сейчас, в принципе, бачи тяжеловато с мимикой. Любых персонажей. Особенно когда motion capture пытается. Не уходи, захват меня. Движений то. Я не уйду. У них морды кукольные, особенно вот эта вот мимика носогубного вот этого треугольника, рта. Пока еще тяжело с этим. Они пока как эти, как крашеные куклы разговаривают, двигаются. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Будь бобр. Причем 15 часов назад мы шли еще мамку. Какой 15? Получается 20. 120 примерно назад мы шли мамку хоронить. Идем, дойти не можем. Хворь выполнена. Подожди ты, Фрейя. Навыков. Так. Теперь мы можем качнуть вот эти все. Пальми. Я пока клинки полностью не вкачаю. Ничего добавлять не буду пока. Пацан прокачан. Левиафан почти тоже полностью. Фит мне особо ни к чему. Он особо не защищает. Все равно тебя все пробивают через него. Этого не забуду. Пацан прыгает, спасибо. Бегает, все нормально. Благодаря отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Прости, видимо, пора. Видимо, невидимо, а вот тот шарик, он как его зажечь-то? Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Сокровищница Тюра. Рано. Тут у нас еще есть какие-то где-то нычки. Вот здесь, по-моему, как заходишь. Вот этот шарик. Его надо барабанить вот сюда куда-то. Давай, 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 лысый, тащи. Потом. Отсюда. Там мы его понесем. По идее, со всеми вот этими возможностями, ну, вроде как все, и я должен уже, мне должно уже получиться открыть последнюю букву, открыть и открыть сундук. Единственный на всю эту пещеру. Назад.
Так, отсюда. Нужно искать, где запалить еще один шар. Угу. Не знаю, я попробую за 10 секунд это дело дотащить. Давай, попёрли. Быстрее, лысый. Окей, я успел. Прокачка клинков, навык унитазный шлейф. Унитазная прокачка клинков. Отсюда. А, ну я, получается, должен зайти сначала. Вот сюда. На самый верх. Там выше. Да, и тут проход тоже. Валькирии стопудово, да? Ёпанать. А я херачу этими клинками. Не везде-то они не полезны. Нет, и печати, подожди. Я думал, это вот именно этот сундук откроется, когда ты тут все загадки решишь. Он открылся почему-то раньше. Хорошо. Один из трех рогов на ярость. Значит, еще должен быть сундук. Отсюда заходим. Колючку что-то может пробраться. Может, может. Хорошо, что God of War стримишь, а то уже практически не могу отойти от пылесосера Луиджи. А что, не заходит? Ну, забавная вроде. Кстати, там осталось недолго. Луиджи тоже как бы скоро. А, подожди, мне не сюда. Вот туда надо. Я, наверное, Луиджи буду преимущественно все-таки днем стримить, а God of War вечером. Посмотрим еще как. Как чё. Я тут там осталось пару этих. Пару смен до отпуска. Я думаю, он допрыгнет. Есть один шарик. Отсюда прыг. Не заходит. Я просто когда смотрю по лесу озера, почему-то смеяться охота. Он такой. Детская игрулька, но, кстати, местами надо подумать, что творить. Это Nintendo. Так, куда он достает? Отсюда примерно достанет. Давай, прыг. Прыг. Ничего, потом будем побольше каких-нибудь будут этих серьезных игр. Напиток купил, положил пока в холодос, жду команду. Понял, принял. Вот команда скоро будет. Буйство Фурий. Слабая руническая атака. Серия мощных атак, завершающаяся сокрушительным ударом.
Тоже забавно. И урон большой. Да, все такое вкусно. Сейчас это гнездо пустое. В него можно ставить камень иронической атаки, купленный в лавке. Или найденный во время путешествия. Нету. Нихера мне туда засовывать пока. Короче, все. Не буду я больше. По-моему, я вот в этой пещере вообще, в принципе, все нашел. Все, что мог отсюда, я выковырил. Вот, еще вот это хоть. Открыл. Ну-ка. Где-то тут. Вот тут. Первая дырка. Второе. А, и все. Быстро тянок. А что это за тяночка? И где она живет? Ну еще где мы с Рыжиком вылезем тогда? А, вот еще и, короче, одна валькирия, да? Блин, я сегодня попробовал одну валькирию замудохать, которая просто по сюжету была по прямой, прямо нашла рядышком. Что это за босс, даже этот какой? Хидетака себе такого не позволял, серьезно. Хилов у тебя нету, просто ноль. Потому что, поверь, блин, ты с собой можешь только одну хилку таскать. И тебя босс убивает с четырех ударов. Ой же. Да, это определенно другая валькирия. А то и была вот здесь. Не, вот эта пижня. С щитом каким-то, что ли? Давай просто разочек попробуем. Если я ей хотя бы... Я ей хотя бы половину снесу, можно еще пытаться. Если нет, тогда... Пошли они нахуй в пизду. Этими валькириями пока что. Я конкретненько не раскачался. Туда и закреплять, и пойдем в самом конце, когда уже лысый возмужает, так сказать, над собой. У Рыжика появится тоже волосы на лобке, и тогда можно будет хотя бы хоть что-то с этой валькирией сделать. Так, это полезняк полнейший. Еще валькирия. Что нам делать с ней? Что бы вы ни решили, будьте осторожней. Что тут решать? Давай ее, мудух. Улезай, сучка. Что происходит? Приготовься. Ты умрешь здесь! Куда? И куда тут Рыжик коллапс устроил вообще? Он просто по всем. Так, ребят, так не делаю, что. Она схилилась, что ли? Либо я ей так мало здоровья просто снес. Так, какое сзади? Блядь, ты пиздец мудаков и из-за этого открываешься. И она вообще с тобой делает все, что хочет. Сзади! Ну вот, а что я сделаю сзади? Давай еще раз попробуем, просто чтоб точно убедиться. Народу слишком много на арене. Открываешь их битья, и она в тебя стреляет.
Надо как-то разматывать их. Что происходит? Приготовь все корму. Опять второй удар будет точно. Я на нее баф, кстати, повесил электрический. Несправедливо! Нормально. Так, если я стреляю пацаном по вот этим гаврикам, оно получает урон? Нет. А через щит ебошит. Нормально, это мы делаем. Пошли нахуй. Ну ничего, давай хотя бы пару сусята сейчас с собой в могилу утащим. Сзади. Сзади. Тут не только сзади стреляет. Так, отсил. Отсил небольшой. Видишь, короче, от этой шмары защищаешься и тебя добивает. Вот. Так, пацан, давай-ка застреливай его. Ты не победишь меня! Шикарно, блядь. Исцели себя! Нет! Брат, нет! Брат. Брат! Да ну, пошли мы в очко со своими валькириями. Одна убивает с четырех ударов, вторая, блин, мобов призывает просто весь всю арену. Пока ты их нахер разматываешь, тебя она добивает. Рано. Мне надо, короче, чтобы у меня была защита хорошая. А то я полез на нее с каким третьим левелом. Надо так, чтобы на этих валькирий идти, чтобы прям этот... Я пацана, ты не забыл? Забыл. Ну прямо ты вот один раз и по ней треснул, у нее сразу херак, там четвертушечка здоровья. Тогда силы будут равны. А так что-то вообще бесполезняк. Без хило, без нихерак не идти, что-то такое себе удовольствие. А какие-то хилы сыпятся с этих мобов. Но она тебя, по-моему, замочит быстрее. Ты до них этих хилов добежишь. Рано, рано еще к валькириям, короче. Следующих, которые будут попадаться, даже проверять не буду. А, да, мы же у этой ведьмы в пещере, да? Значит, что? Что там у нас по заданию вообще? Черная руна. Найдите тайную руну для путешествия Йотунхейм. Хранилище Тю. Просто на лодку. Я просто пытался вспомнить вообще, что нахрена. Это черная руна. Что она сделала? А, это черная руна, нужно там, где у нас мужик с этой головой, которая у меня на жопе болтается. Вот там, где мы башку срезали, надо начертить какую-то руну, чтобы нас пустили, ну как, короткий путь, там, где можно мамашкин прах развеять, вот, точно. Просто отвлекают по сюжету, и херово знает, уже забываешь, что хотел сделать. Помалого лечи, то еще что-нибудь делаем. Поросенка лечи. Видишь, лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. Ма, ничего-то, что тут? Я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше.
Да, вроде. Зачем пацан сел в лодку, и он его повез? Ну, просто, не знаю. Ну, где логика, а? Ну, выглядит из лодки, пойди просто рядом, не хочешь, если помогать, тащить ее. Пойди рядом с лодкой, хотя бы не надо будет так по-мудацки ее пердолить. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Он абьюзер. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Что раз, блядь, повтори. Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом. Так же, как и ты. И мы счастливы. Нечего сказать. Хули тут тоже говорить. Могу я превратиться в зверя? Нихуя ты захотел. Зверя. Можешь ли превратиться? Поебануты? Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал? Тебя Кондратия не хватил. Надеялся избавить тебя. Жизнь бога. Это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Спросите у башки. Мы это выясним, естественно, во второй и в третьей части. Пределы, пацана. Точно нельзя стать волком. Удиви меня, если смеешь. Чем ему животные, я не понимаю. Поэтому слышу голоса. Зоофил, что? А ты их точно не слышишь? Как ты, нет. Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет. Его основная способность — это пиздеть без умолку и заебывать постоянно. Так ты давно знал? Я бы еще и башку вытер. Да, знал, но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Логично. Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Я не помню, где тут можно что открыть, закрыть. По-моему, вода меньше стала. И Один разозлился. В ярости Один посылал ужасные проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя.
Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрея. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Надо как-то выплыть с этой штуки. Вот сюда он может забраться сейчас? Нет, все равно. А сколько уровень воды должен упасть, чтобы мне сюда пробраться? Причем они говорят, что ты типа можешь не идти прямо сейчас по сюжету, ты можешь плавать, типа, и делать все, что угодно. Но некоторые же места еще гораздо, ну, типа, рановато мне идти. Меня там убивают немножко. Это была гора. Которую не получалось пройти. Пас. Под водой еще один затонувший корабль. И на него собираем, ездим. Мало всякую дрянь домой тянет. Вот, кажется, сюда можно. Кажется, сюда можно подняться. Давай попробуем вперед есть. Какой-то мини-островок получается. Гляди в оба, сын! По-моему, эти чуваки реально говорят, ты дарас, слово. Не, ну прикольный удар. Надо бы его качнуть. Еще один вдох. А, кстати, да. Потом у него не стрелял. Это все его матросы? Убитые моряки с китальца, один из трех. За них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Так, ну пускай нам полностью прочитает. Дюра, символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Алло, ты читать будешь? Эти руны мы видели, но такие прочесть я не могу. Жопошник малолетний. Я не готов. Бля, я вот тоже не готов к такому. Точно в цель. Они все равно слишком жирные для меня. Тем более их двое. Давай. Там. Я не наношу им урона. Да, два удара и все, я покойник. Интересно, за таких дают, когда ты их дергиваешь именно с этой дырки. Ладно, потом. У нас получается сокращенный, да, путь будет. Туда, в кузницу. Вот хер его знает, куда мне можно лезть вообще, стоит ли.
Просто чтобы вот так вот подняться чуть-чуть, там пару мобов убить, а на остальных мобах застрять. Я думаю, если проходить, то уже проходить, да, как бы полностью все. Пока, по-моему, враги выше 6 уровня не встречались. Мимир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, который никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидел. Давай еще раз, не отвлекаясь. Потом. Все потом. Мы еще тут, да? Используйте чашу песка. Ну, еще раз. Надеюсь, рыжик не прибежит, этот брательник. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь... Мы же его не добили еще. О, мне нравится. Не я ли это написал? Что ты стоишь, тупишь? Что надо? Да, можешь подойти, да. Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. И чё? Давай. Йорф! Если бы в Альфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. Они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем. Башков. Маленький само башков. Знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как... Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Заберите черную руну. А где? Значит, вот тут. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда тут не бывал. Камень, мы на месте! Хранилище Тюра. Подожди, прежде чем что-то забирать, давай посмотрим, что мы еще помимо этого можем платить. Ну конечно. Я тут какая штука собирается. Ну, сейчас мы будем тут
решать небольшой ребус. Со мной же не думал, что все так просто. Может, надеялся. Отключите защиту хранилища. Известно, что. Сейчас будем думать, как это решить. Куда я пришел вообще? Ярость я пока оставляю, трогать не буду, потому что наверняка кто-нибудь будет нападать. Куча всего. Это что такое? А-а-а, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Что вы нахрен несете вообще? Чего начать-то? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты шагал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Вот но... тут я смогу залезть. Потом обсудим. Скорее всего, ветра где-то наверху. Как обычно, все сыпется. Вряд ли, да. Сыпаться. Ой, красотами полюбуюсь. Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Что мне это должно было сказать? А чё? Мысли быстрее ветра. Давай-ка мы срезочку, да. Подожди. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. И все. Ну, а где ветер, братец? Так, давай-ка мы эти лечилки пока трогать не будем. Ничего не вижу. Вот он ветер. Отсюда мы выдергиваем, но... Тороплюсь, блядь, не туда. Где эта хрень-то? Вон он там. Скорее всего, отсюда сначала нужно его вот сюда тащить. Так. Это раз. Кольца эти надо отшибать по очереди. Можно запускать их по очереди, но... Давай мы отсюда. И вот сюда.
Чё, все три вращаются? Нет, кроме одной. Пик. А, она сейчас все остановилась вообще. Так, сначала мы внутренний круг останавливаем. И у нас останавливается, короче, вообще все. Три. Он не достает. Ладно, давай сначала тогда мы сюда сбегаем. Просто, ну, я что-то не уверен, в какой последовательности надо это решать. Может, мне... Где это что? Может, мне сначала вот тут надо все пройти. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Так, а тут нужен топор. Иди, не думай обо мне. Ждем. Да. Как это работает, это хрень вообще. Не пускает. Осторожнее, я прошел. Эй, тут нет, некому сшивать тебя из двух половин. Тихо, голова. Ну-ка, давай-ка вернем. Их надо совместить вместе. Эта штука прокатится, и мы потом забираем топор. Все. Таких надо будет пройти две. Это греческие, кстати, статуи. Ну, в смысле, кувшины. Узнал родню. Он сплакнет. Говорит, а! Эх, березка. Помнишь, как это с этого стакана я их бухал? Дежурный был стаканчик его. О, это он сам. Показал бы сыну, говорит, сынуля, смотри, меня уже на кружках печатают. Пацан сукнется в башкой залез. Хватит баловства. Придется голову отнимать. Здесь. Надо голову отрезать. Все-таки выпутал. Да, конечно, такой шлем таскать не каждый сдюжит. Наровесит килограмм 50. Давай, бери, малой, что ты? Ну, я ж подошел. Жопу, короче, давай тут все разнесем. Это из старый песок, что очень далеко отсюда.
Там есть боги? О, да. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Это потом, видимо, да, открывается. Сначала нужно здесь запалить ветром. Это будет срезочка у нас. Так, чтобы очень. Здесь куча драугров. Да похер вообще. Я только не уверен, что им больше урона наносит. Топор, либо этот... О! Пошел разнес. Здорово, Олег. Пацан, ты стрелять не забывай, главное. Готов, не готов. Да, помню. Блин, такой клевый удар и промахнулся. Ладно, пацан, ты давай, стреляй. Пока стрелять, пацан, мы будем жить. Пока, наверное, яру, наверное, рановато еще использовать. Тихо. Он там прыгает на мобов. Молодец, пацан. Стреляем. Я уже готов. Успокойся. Давай, давай. Спасибо, мой лайкос. Так, идешь за одним, второй догоняет. Брат, вставай, брат! Только хотел до последнего, до талого тянул, думал, сейчас это. Сейчас яру включу и добью остальных. Тем самым отхиливаясь, нихера. Ну, катсцена будет отсюда же, да. Подожди! Пока пацан дамажит одну половину, мы вторую добьем. Ну, в принципе, по чем-то все равно все совместно получает. Но главное, чтобы вот эти кошмары в мобов не вселялись, а то мы все прикурим. Кого пропустил? Пацан, не переставай стрелять, а. Эх ты, а чё не в дырку он упал, он прям через нее перелетел. Огонь, над нами! Прости, я не готов. Давай, давай, давай. Ну, нам придется еще потом через эти пилы азот попрыгать и еще такую же пачку перевалить. Пацану тоже в ухо досталось. Так, ну у меня тоже, в принципе. Все нормально. Добивай, чё ты? Всё. Нормас. Еще будут? Вроде тишина. А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, давай мы еще раз дергаем отсюда. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. В смысле, ты что, не попадаешь?
Давай, бегом. Гляди в оба, сын. Берегись, отец! Какой мы там взаимосвязан, это понятное дело. Неплохо! Все, да, малой добил. Пришел я отсюда. Подожди, там же еще было одно. Просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Вот если сюда заходить, там были еще, была еще одна комната с пилами. Вот это. Ну-ка, давай попробуем ее пройти. А что интересно, наверное? Как ты узнал? Чего узнал? Это сундук. Ну тогда, значит, получается тут проще. Отсюда мы с центра бежим. Ярость есть? Ярость нет. Свет можешь, да, вот. Половина. Так, 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 откуда? Где? Вроде отсюда. Один проход, да, один. Один. Вот второй. Какой надо еще мне хрен его знает. Понял. Вот именно что. Я боюсь смотреть. Удачи. Подожди. Надо, чтобы они одновременно поднимались. Их три, да, получается? Рано. Блин, надо как-то так топор швырнуть, чтобы они поочередно, по-моему, поднимались. Быстрей. Неверно, да? Неверно. Кошмаров много, ужас там два было. Хорошо, продолжай. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет. Я значит, вот этот проход, походу, будет сюжетный. Богом, а мне может понравиться. А вот этот нет. Этот, скорее всего, у нас. Трума! Прости, не могу. Кошмары! Ни хрена как долбануло. Понял, кошмаров не лупить топором. Слушай, больше. Я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе так. Не нравится быть богом, а мне может понравиться. Мы ее должны вот тут зафиксировать. Угу.
Там трехбуквенный сундук. Ну я букв вообще. А вот 101 есть. Одна. Я вторую бы найти. Я думаю, что вторая у нас где-то будет. За вот этими штуками. Да, вот вторая. Лишь третий. Я думал, что она где-то в этой комнате. Успел, надо же. А здесь нету случайно? Блин, ну где же третья-то буква? Мало, где буква? Может, на потолке? Ну, я пошли там искать. Я неудачно их совместил как-то. Не, нормально пойдет. Где она? Она должна быть где-то дома. Камень, вот эти грибы. Нет. А деталей до хрена разных, глаза разбегаются. Пошли назад. А, не дела. А буквы заново, да? Я посмотрим за этот как. На сундук. Да, заново. Приготовься. Прости, я не готов. Рума!
первое. А вторая же не может быть вот тут, правильно? Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет, я хочу учиться. Вот эти сюда идти, это у нас сюжетные блоки. Еще проходы. Понял, иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Пацан-то что туда идет? Вон она буква. О, заныкали. Так, а следующее? Следующее с другой стороны у нас. Помню. Так, я лучше постою. Наконец. Так, два из трех яблок. Ну хорошо, хорошо. Подольше с валькириями поживем, допустим. Так, а вторую как я могу зафиксировать? Не отсюда. А их нужно вместе совместить, да? Я успел. А малого бы убило бы давно. Так, ну и все тогда, короче говоря, мы отсюда пойдем следующий дальше. На следующем стриме. Побежим прямо отсюда. Сейчас будем стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, коммент. Всем удачи, пока.